Родился Лев Николаевич Правдин в июле 1905 года в селе Заполье Псковской губернии. Учился в Бузулукской железнодорожной школе, а затем в Оренбургском педагогическом техникуме. Но педагогика очень мало влекла к себе молодого человека, уже попробовавшего свои силы в писательском деле. И вот оно-то, писательство, и влекло его к себе. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».